Чтобы жить было комфортнее и просторнее, 9 семей получили свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотеки либо на погашение основной суммы долга и уплату процентов уже имеющегося жилищного кредита. Максимальная субсидия составляет чуть больше миллиона. Это для семьи численностью из 6 человек. Минимальная составила 409 тысяч рублей. За этот год за счет бюджетных средств свои жилищные условия улучшит 20 семей. Программу финансирует региональная и городская казна. У нас 6 человек, 4 детей. Нам надо сейчас 60 квадратных метров побольше надо. Нам надо еще брать ипотеку и вот купим другой. Вот это. Погасить. Ну, эта квартира тоже сейчас тоже живем, это тоже на ипотеку, еще там долги еще есть, 1 300 000.